Всем хай, с вами снова я, Одер, и это игра Last Danger Survival. Сегодня у нас рейд в игре «Последний день на земле», да. Нажимаем «Завершить», окей. Поговорим, еще вернемся, да, удачи, это все по дефолту. Мы берем с собой 8 топоров обычных, 5 железных, 204. Это если вдруг каменные стены есть. Их я сразу положу в чоппер, для того, чтобы мы случайно что-нибудь там не подорвали. И сейчас заценим, что за база. Надеюсь, там хоть стенки-то будут, и мы пить еще хотим, но ничего страшного, мы у него попьем. По-любому. Вот, рейд, события, да, по точным координатам. Вау. Редж Ривер. Как-то так вот. Эх, нету у меня попить, но скоро будет, я так думаю. И орда зомби, когда? Через 34 минуты. Ладно, неплохо. Нажимаем бежать, и все. Все, будем начинать рейдить. Да, брони, в принципе, маловато, но я думаю, этого будет достаточно. Смотрите, какой пистолет-то длинненький, и он торчит сквозь карман. То есть карман сквозь пистолет торчит. Нажимаем войти. Так вот, я умею болтать. Да. Редж Ривер. Это будет наша обычная традиция. Три раза повторить ник игрока перед рейдом для удачи. И удача уже совершилась. Неплохая база, так, надо найти где-нибудь обычные стенки. И она, как всегда, на всю. И давайте сразу первым делом лутаем его чоппер. Так, а тут бензинчик есть, но я с собой не взял бутылки. Это мои проблемы. И что у тебя тут в фургончике пусто? Значит, все зашибись пока. Мы сейчас быстренько ее обойдем. База, походу, вся такая, так что, пожалуй, вот откуда подъехали, оттуда и мочить и будем. Начинаем ломать. Стены хорошие, нужен хороший топор. Так, а дальше? Тут вот через раз вот такие вот эти идут. Ну, неплохо, неплохо. Поэкономичнее буду с железными топорами. Я даже не знаю, я хотел бы напрямик пойти, но нет, лучше сломаю обычный топор. Может вообще еще реально не хватить. Нам топоров не хватит, но мы на таран пойдем, пойдем. Сколько он там буферов слоев? Так, вот вездеход, неплохо. Это уже что-то хорошее, да? И не знаю, блин... Можно было бы откуда-то с центра пойти. Сейчас я посчитаю, сколько там. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И вот тут отсюда мы пойдем в центр. Вот это как раз центр будет. Девятая клетка вообще доступная. Это приблизительно центр и должен быть. Ух, ё-моё, как тут все интересно. А, кстати, насчет вездехода. Насколько он собрал? Болты все поставил? Болты не все. Значит, такой слабенький игрок попался нам. Кроме бензобака, он сюда ничего не вставил, да? Идем дальше. Стремимся к центру. Репутацию рейдеров качаем. 25% уже. Что за база такая? У меня уже 4 топора осталось. Ой, точно, я уже забыл, что эти зомбаки есть. Быстро их убиваем. А, в качестве хила я использую морковное рагу. Как вы могли заметить. Так, надеюсь... Все, последний удар. Последний удар. Все шикарно. А, ну запоздавший, естественно. Все шикарно. Теперь. Куда его вообще мести? Базу. Давай, джекпот. Это что за база, нафиг? Ни одного ящика нету до сих пор. Мы приблизительно уже в центре. Вы бы так вот базу застраивали бы? Хотя, смотрите, мне кажется, вот, допустим, тут может быть ящик вообще.
вот тут буферка, так, дверь, и он подходит, дверь открывает и лутает. В принципе, неплохой вариант так поступить. Первый ящик, наконец-то. Лутай. Вот, броня есть. Нет, броня мне нафиг не нужна. У нее... Ее у меня и так много. Не кажется ли... Вот красный ящик есть. Он все в буферках. Он все в буферках. Как красный ящик. Да что ты будешь делать? Лутай. Маска. Ну ладно, коль начал сюда ломать, давай посмотрим, что там. Еще ящик. Жесть, что за рейд-то такое? Что мне делать, вообще не понимаю. Запоздавший еще один. Ну-ка посмотрим тут, что дальше. Топоров реально недостаток. Нафига он так вот делает, вообще не понимаю. Ладно, этот ящик сломаем. Ну тут хоть броня более-менее пошла. Которую можно, в принципе, забрать еще. Да. А так топоров вон. Всего-то ничего. Даже не знаю, куда идти. Стоит ли сюда за спину лезть, не знаю даже. Хотя, по сути дела, там стенок вообще нету. Это жесть. Жесть. Не, вот так вот, кстати, то, что, смотрите, ящик, дверь. Дверь снова идет. Вот через дверь, в принципе, не... он, надеюсь, ту, что нужно, ломает, а не... Так вот, значит, чоппер собран, значит, у него где-то уже местечко было. Ладно, тут два ящика, ладно, зомбаки бегут, хорошо. Сейчас быстренько их сносим, все. О, М-ка. Все, становится гораздо легче, чем со скорострельностью играться. Ну что, два топора. Надеюсь, он ломает не то, что я думал. Так, лутаем. Топоры, топоры. Вот кирки тоже меньше мне придется хапать. Вот, зашибись, топоры достали. А что у нас по шуму-то? Эй, чувак, не то, лутай. Краска. Что ты будешь делать? Ну, хоть, смотрите, я 5 топоров железных взял и уже, так, давайте так вот сделаем. Так, вот 5 топоров, вот эти 2 топора у меня остаются. Что ты будешь делать, нафиг? Нафига он такой мутит, вообще непонятно. Ну, мне, например, интересно куда-нибудь идти. Вот сюда, наверное. Это жесть. Что такая за база-то не очень? Ему самому-то нравятся вот такие вот базы-то? Ладно, вот, вот тут ломаем. Он там начинал ломать. Так, хил. Да что ты будешь делать? Вы смотрите, что творится с базой. Лабиринт. Это жесть просто. Ему самому удобно тут играть вообще. Ну, например, я хочу вот тут сломать. Что ты будешь делать, ёкарный бабай? Что за база такая? Я, смотрите, базу насквозь, считай, прошел. Все ящики вот это открыл.
которые доступны по камесь. Я с одного края базы на другой край базы прошел, считай. Там остается, но он явно просто буферки там содержит. Ну что, короче, последняя комната. Посмотрим, что из этого будет. Просто ужас. Он не может же тут ящики содержать. Один ящик. Нет, нет, нет. Вот. Здесь все. Все, чувак, пока. Спасибо за калаши. Я тебя люблю, с тобой было приятно познакомиться. Так, мы отсюда где-то приходили. Все, красавчик, с тобой было приятно познакомиться. Все, пока. Бай-бай. Спасибо тебе, Редж Ривер. Эх, вот последний ящик нехило нам помог. Но странная база. Вообще, напишите в комментариях, попадалась ли вам такая. Ну, я не имею в виду, чтобы именно такой игрок вам попадался, а конкретно, чтобы было похоже. И через 23 минуты, 10 минут рейда приблизительно прошло. Возвращаемся на базу. У нас энергии нету, значит, мы ехать нажимаем. И что у нас получилось? Раз, два, три, четыре, пять. Почти 5 целых топоров осталось, но можно сказать то, что 5 топоров есть целых, потому что у нас есть железная кирка. Раз, два, три, четыре, пять. 5 калашей выцепили, причем калаш это такие неплохое очень оружие, оно гораздо лучше эмки, потому что, смотрите, урон 12, это и у обычного калаша 15. Глушитель на урон не влияет. Хотя, по сути дела, он немножко, фактически должен немножко понижать урон. Ну, все хорошо, что хорошо кончается. Мы в плюс вышли, это хорошо. Репутацию потихоньку качаем, да, качаем. А навык мы какой-нибудь прокачали с рейдом? Нет, никакой навык не прокачали, и нам остается поделиться. Ну, допустим, я тебе сейчас отдам один железный топорик. Их у тебя несколько было? Нет. Ладно, я тебе сет брони отдам, который я по вашей вине скрафтил. Вот эту вот броню мне пришлось скрафтить. Это жесть. Вот такие вот задания рейдеров у наших рейдеров. Вот посмотрим, понравится им самим эта броня или нет. Ну, по сути дела, если они вот в этой усиленной броне находятся, то им бы тактическая лучше бы подошла. О! Вы смотрите, как четко меняется. Смотрите. Засунь эту долю, знаешь куда? Мы сами возьмем все, что нам причитается. Ложим. Это что, шутка? Нам не нужны подачки. Мы еще вернемся за своей долей. Накидываем еще. Подтянет, но мог бы вынести и побольше. Колись, где припрятал остальное. Неплохой навар, можешь увидеть, когда захочешь. И последнее. Похоже на правду. Я знал, что тебе можно доверять. Нажимаем поделиться. У нас 50-я репутация. Все, в принципе, в плюс вышли. Калаши меня порадовали, если честно. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Кто досмотрел до этого момента, напишите в комментариях рейд. Мне будет очень приятно. Если хотите меня поддержать, то подписывайтесь на канал. С вами был я, Одер. Всем удачи, всем пока. Увидимся в новых видео. Бай-бай.